Стартовала масштабная образовательная акция «Всероссийский налоговый диктант». Она продлится до 30 мая. Каждый участник получит возможность оценить и повысить уровень своих знаний в области налогов и налогообложения. Попробовать свои силы могут как дети, так и взрослые. Диктант организован в формате онлайн-тестирования, длится он 60 минут. По итогам прохождения каждый участник получит электронный сертификат. Пройти тестирование можно двумя способами: зайти на сайт диктанта www.diktant.nalog.ru или через QR-код.